На Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що Росія вже переправила перші тактичні ядерні боєголовки до Білорусі. Щодо типу боєприпасів, не поточнив. Відомо лише, що вони начебто придатні для застосування штурмовиками Су-25 і ракетними комплексами «Іскандер». Водночас незалежна моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомляє, жодного підтвердження переміщення до Білорусі тактичної ядерної зброї наразі немає. Так само, як і США не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ. Заяви самопроголошеного лідера Білорусі про ядерну зброю прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те, що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Натомість є дивним братом-близнюком Медведєва, який є частиною, далі цитата, клоунського ВІП-агітаційного потягу. І докладніше про заяви диктатора Лукашенка і про те, що Білорусь може стати або ж уже стала ядерною державою, будемо говорити далі. Тетяна Мартинова, білоруська політична блогерка, долучається до ефіру. Пані Тетяно, добрий день. Вітаю. Отже, ядерні погрози з боку Лукашенка, вони, схоже, набирають обертів. Він каже, що в разі загрози він застосує російську ядерну зброю без жодних сумнівів. Хотілося спитати, як ви оцінюєте такі заяви, адже всім зрозуміло, що без дозволу Путіна Лукашенко нічого застосовувати, ну, явно не може. Наскільки реально є загроза, як ви думаєте? Ну, смотрите, я не раз уже говорила, що никакого вообще варианта задействовать ядерное оружие, даже если бы Путин захотел дать какой-то из кнопок Лукашенко, нет такой технической возможности. Сам процесс, скажем так, применения ядерного оружия, он достаточно сложен, это невозможно сделать за 2 минуты. Если мы говорим о каких-то тех же штурмовиках, Су-25. В принципе, помните, у нас все время были в Киеве тревоги, но ничего не прилетало одно время. Но прям в 11, по-моему, или в 12 постоянно. И постоянно это было про то, что на территории Беларуси взлетел Су-25, носитель кинжалов. Да, и МиГ-31, вот здається. МиГ-31, здається. Да, и там еще смотрите, проблема. Дело в том, что это обучали реальные белорусские. Поэтому взлетали, садились. Но тут есть другой момент. Лукашенко абсолютно точно знает, что никто на территорию Беларуси заходить не собирается. Но ему нужно всех держать в страхе, что это будет сделано. Потому что мы напоминаем, что его власть держится на штыках и страхе. И поэтому каждый раз, начиная от 4 позиций, на которые мы так и не посмотрели, и заканчивая всеми его клоунскими заявлениями, тут я согласна с Подоляком, он постоянно выходит месяц из тумана, достает ножик из кармана. Никто его, естественно, не боится, и вообще Лукашенко ни на что не влияет. С этим, это мы вот просто принимаем как данность. Теперь по поводу самого ядерного оружия. То, что белорусский Гаюн не подтверждает, я скорее поверю белорусскому Гаюну, нежели Лукашенко. Это первое. Потому что в одно время, и большинство экспертов со мной соглашалось, все это называли блефом. Вот эти заявления Путина и Лукашенко. Ну окей, давайте мы будем исходить из той ситуации, а наверняка мы этого с вами не знаем, что все-таки ядерное оружие или приехало, или едет, или все-таки приедет. Какое? Тактическое? Бомбы какие-то? Ну, не знаем. Это же все делается, естественно, под грифом строгой секретности. Если вспоминать, что ружье в первом акте на сцену повесили, значит, во втором оно должно выстрелить, то тогда мы все эти телодвижения и то, что мы об этом так много говорим, относимся к этому серьезно, что такое-таки да, действительно может быть. Окей. Тогда переходим сразу ко второй части. Применение. Каким образом может быть применение? Ядерную войну я бы сразу исключила из этого списка. Никто ничего применить не успеет. Не ядерным, а конвенциональным оружием разбомбят всю Беларусь, все аэродромы, все военные казармы,
все предприятия ВПК и заодно и Дворец независимости. И я уверена, что известны, где бункер, где все это будет храниться, и ЦРУшникам, и натовцам, и всем. Но тогда зачем? И сразу переходим ко второй части Лукашенко, который сказал, что война скоро закончится. Ну, вы не переживайте, закончится война, абсолютно уверена. Так как он это говорит, соответственно, он знает, скорее всего, как она закончится. По крайней мере, то, что донесли до него. Потому что мы понимаем, что при том раскладе сил, когда российская армия не сильная, но длинная, а украинская армия сражается как звери и ни на какие компромиссы, кроме границ 91 года, Украина не пойдет, то мы с вами имеем противоречие. Оно звучит следующим образом. Россия не может эту войну проиграть, Украина не может эту войну не выиграть. И то, и другое мы слышим от одних и тех же людей на Западе, а-ля Макрон. И мы с вами понимаем, что они взаимоисключающие. Соответственно, должен быть какой-то один из планов окончания этой войны. Их много, как мы с вами опять же понимаем. Но один из — это сделать территорию военных действий, спорные территории, как называют это, да, некоторые, непригодными для жизни. Чтобы не воевать на них нельзя было, не жить. Посмотрите, что делает Россия. Вот отбили Херсон. Что они сделали? Утопили. Укрывали дамбу. То есть их парадигма, мы же воюем с дикарями, с варварами, их парадигма «не мне, так никому», она будет работать, и каждая следующая эскалация будет выше предыдущей. И, соответственно, логически применение тактического ядерного оружия на территории, где идут военные действия, сделать ее непригодной для жизни. Это вполне себе в логике России. Но здесь им еще нужен блок. Потому что вы... Поймите, я так подробно рассказываю, потому что я хочу, чтобы люди понимали первоисточник. Откуда это все взялось? Именно такой план. Я напомню. Еще в 2014 году Россия отрезала Беларусь от информации об Украине. С тех пор началось накачивание белорусов лживой информацией об украинцах. Ничего не получилось. 24 февраля 2022 года операция «Каин» по стравливанию белорусского и украинского народов запущена в полную мощь. Это ботафермы российские, это сумасшедшие бюджеты, это спикеры, это пропаганда, и это все свободно гуляет по территории Беларуси. Не получается все равно. Белорусская армия не хочет вступать в войну, она не собирается идти воевать в Украину, и Лукашенко с этим ничего не может сделать. Не Лукашенко не пускает армию. Армия сказала Лукашенко: «Мы не пойдем». Ну, прям не напрямую на совещании там встал Хренин и сказал: «Мы не пойдем». Нет. Понятно, что это все и внутренние опросы, и рапорты, которые пишутся. И именно военные делают все, чтобы не убивать украинцев. И Лукашенко это знает. Тобто ви вважаєте, що російська пропаганда не діє на білорусів? Як вони ставляться зараз до цих погроз Лукашенка? Чи лякаються вони? Российская пропаганда определенное влияние имеет, но глобально она не меняет отношение белорусов к украинцам. Она не может их заставить ненавидеть Украину. Большинство белорусов против войны. Пусть даже кто-то не, скажем так, не прям какой-то украинофил, но они против войны, и точно они не хотят и не кричат: «Давайте мы пойдем вместе с русскими наводить там порядок». Но каким образом можно все-таки стравить народы? Вот смотрите, как вариант, опять же, ведь я не владею информацией, как и многие, кто периодически из военных экспертов об этом с такой уверенностью говорит, что прям. Но я аналитик информации в свободном доступе. Так вот, так как это все не сложилось, то было бы неплохо, очень неплохо, например,
сделать так, чтобы Украина нанесла ядерный удар по территории своей, где пострадает и Россия, и часть Беларуси. Но есть проблема. У Украины нет ядерного оружия. Как она может нанести удар, если она его не имеет? А тут вступает... Это может сделать Россия и звинуватить Украину в этом. Может звинуватить, потому что нема ядерной. Она может обвинить Украину в теракте. При транспортировке, например, ядерного оружия, при размещении его где-то. И все. И здесь уже будет очень сложно разобраться, когда в этот момент десятки тысяч белорусов окажутся либо уже погибшими, либо потерявшими и должными срочно эвакуироваться. Пані Тетяно, будемо сподіватися, що цей сценарій залишиться просто гіпотетичним і ніколи не буде реалізований. Я вам дякую за цю розмову. На жаль, у нас закінчився ефірний час. Чекаємо вас в наступних ефірах. Нагадаю, це була Тетяна Мартинова, білоруська політична блогерка.